Всем привет, друзья, с вами снова Кофи, а мы продолжаем проходить Mad Max. В прошлой серии я случайным образом купил ненужную мне деталь, которая стоила довольно-таки дорого, и именно из-за этого мне пришлось скитаться по открытому миру и добывать всякие нужные мне механизмы для прокачки, получается, моего транспорта, да. И получается, я поднакопил сколько, 300 или, по-моему, 4, нет, 400 единиц лома для прокачки и для модификации нашего транспорта. Мы, получается, поставили новые шины на него. Также у нас теперь новая выхлопная труба, вот как можете заметить это. И также, как в принципе по последней серии, у нас новый кузов. Вот, и сейчас нам дали новое задание. Наш механик сказал то, что наша машина почти готова. Вот, и осталось только доделать пару деталей. И сейчас мы как раз таки отправляемся на выполнение нового задания. Нам нужно отправиться в крепость Брюхореза. Так, давайте вообще посмотрим на карте, поставим метку, где это вообще находится. Ёлки-палки. Ехать-то нам, друзья, придется довольно-таки долго. Ну ладно, давайте тогда не будем терять лишнего времени, просто сразу же отправимся. Так, тут уже вижу, навстречу к тому же едет какой-то патруль. Давайте не будем как бы заострять на это наше внимание. Будем просто проедем, как будто они даже не замечали, понимаете? Как будто даже не видели, понимаете? Да, вот так вот и сделаем. Ну зачем серьезно тратить на это наше время, наше драгоценное, друзья, время? Зачем? Серьезно, не понимаю. Поэтому... Ну, кстати, у нас догоняет, нифига себе. Это что у него там за машина такая, слышите? Мы вроде установили новые шины, у нас вроде новая выхлопная труба, но... Я, конечно, понимаю то, что это не такие прям серьезные модификации на наш транспорт. Ёлки-палки, смотрите, там прям два снайпера, и они сейчас целятся прям в нас. Так, нет, слава богу, мы скрылись из их поля обзора, поэтому они нас достать уже не смогут. Так, давайте посмотрим по карте, вообще много ли мы проехали. А, нет, ну, на самом деле ехать тут, я как думаю, еще минуты две или как или минуту, в принципе, да, где-то примерно так. Так, и, по-моему, меняются погодные какие-то условия, или, скорее всего, мы сейчас просто находимся под облаком. Так, это что здесь такое? Какие-то статуи вроде бы, да, были? Мы у Брюхореза. Осторожно, святой. Он безжалостный, как жид, но старше и подлее. Живет на развалине в великой белизне. Его клан всякий сброд. Говорят, он предсказал возвращение моря. Понятненько. Понятненько, то есть не самый приятный тип, как нам хотелось бы... это видеть. Так, ёлки, так серьезно? Вот куда он навстречу выезжает? Вот серьезно, да? Он специализируется на мощной, по-моему, стрельбе, да? А, вон, я вижу, ё-моё! То есть вы хотите сказать то, что это его убежище? То, что... Блин, друзья, честно говоря, у них как-то, по-моему, слишком огромное убежище, как мне кажется. Смотрите, целый такой вот огромный крейсер, да? Это же, блин, охренеть. Охренеть. Так, ну нас, кстати, бортуют. Мы что-то... Я что-то засмотрелся на корабль, а тем самым временем нас бортует. Поэтому давайте попробуем как-нибудь от них удрать. Так, все, отлично, мы уже от них оторвались. И давайте же посмотрим, что нам здесь скажут. Все, что дорого каждому жителю пустоши, лежит на самом виду. Странно. На самом деле, как вот странно то, что мы проехали без... А, вот, все, вот, вижу. Вот, нас встретили тут. У нас такая крутая пушка, друзья, смотрите. Ё-моё, это кто такой? Он что-то там говорит, по-моему, уговаривает его, да? Вот он, крошка граф, декарбюратор. Oh, dead a dozen times if you do, boy. We've come to deal. Nothing else. I got cash. So pitch me, little man, before I make a blood sport of your driver here. Oh, me, no ordinary driver. This one, no, you sent to me by the angel combustion herself. We parlay with the water gods here. We desire to make way to the dead baron in my sanctum. My sanctum is destroyed. It's burned. Everything I have is gone. Gone. I have nothing left. Please, this car needs healing. She does. And strengthening. Yes, and if you let us stay here and rebuild, then I offer to you these hands of Blackfinger. Довольно, кстати, хорошая сделка, мне кажется.
таких трудных ситуациях, которые все как бы здесь живут, да, в трудных условиях, не помешают лишние руки, не помешает лишняя помощь, как бы, и им тоже. Так, друзья, отличненько, мы заключили, получается, с девочку, и сейчас, так, чужое добро не трогай, а своего урода механика держи на поводке, этот придурок на моем корабле не нужен. Так, ну окей, все, владение брюхореза, крепость, очередная крепость, друзья, которую мы открыли буквально только что. Требуется электродная, так, я не успел прочитать, так. Окей, так, сейчас мы будем искать, скорее всего, на корабле какие-то дополнительные детали, механизмы к нашему транспорту. Найти электродную проволоку. Так, а, окей, это мы тоже, типа, все здесь можем поставить, да? Ну, вот тут вот такие стоят прозрачные какие-то сооружения. Скорее всего, все это мы можем сделать, только нам нужно это все, естественно, найти на пустоши. Так, давайте отправимся. Вот у нас, в принципе, отмечено на карте, где находится та самая нужная нам деталь. Вот, так что давайте поднимемся сейчас, да, и... Так, что же у нас здесь такое? Так, то есть где-то здесь находится эта деталь. По-моему, здесь только... А, нет. Нет, нет. Вот, все, вижу. Вижу. Так, давайте отнесем, получается, его к... эту деталь к жестянщику. Собрать 100 единиц лома? Вы серьезно? Вы Я ненавижу этот лом. Просто ненавижу его. Я только что бродил по пустоши, собирал... Я собрал 300... Нет, 400 единиц лома. И знаете, как долго я это делал? Где-то на протяжении 30 минут. Боже мой. Так, что мне нужно сделать? Мне нужно собрать 100 единиц лома. Мне интересно на... А вон есть. Вон, вижу, вижу, вижу. Отлично. Давайте тогда походим по кораблю. Вообще осмотримся, что здесь как бы есть. Да, и скорее всего мы даже... Возможно, найдем нужное нам количество лома. То есть нам нужно 100 единиц, уже 90. Вот, и, ну, давайте походим, посмотрим, что здесь у нас, да как. Давайте поднимемся чуть повыше, потому что я видел, что здесь были какие-то детали. Опа-на, это что такое? Это воспоминания из прошлого. Реликвия прошлого. Давайте перевод, что это еще такое? Ну, это мотоцикл, по идее, как бы, да? Ух, вот тут, кстати, много деталей должно быть, по идее, потому что... Так, ой-ой-ой-ой, плюс 21 лом, замечательно. Так, вижу еще вон там путь. Так, здесь нельзя пройти, окей. Так, здесь пройти нам нельзя. Нам осталось, кстати, сколько получается? Мы добыли уже 31 лом, нам осталось 69 лома. Так, вот еще, значит, здесь есть механизмы всякие, которые нам пригодятся обязательно. Сколько? А, еще 18 подобрали, да? О, мы, кстати, за всю игру уже собрали больше 1000 единиц лома, друзья. Это, безусловно, круто. Так, это сколько... Чего? Сколько мы сейчас лома подобрали? Вы серьезно? Так, установите последнее улучшение для мастера в гараже. Окей, так, давайте зайдем в гараж. И где находится... Вот тут, да? Вот, отмечено, получается. Устанавливаем какую-то дополнительную броню на наш автомобиль. Вот, вижу по бокам, теперь у нас есть вот такие вот что-то типа бамперы какие-то. Я не знаю, что это такое, но, в общем, трубы какие-то, торчащие из нашей тачки. И, ну, это какая-то дополнительная, видимо, броня просто для нашего автомобиля. Так, ну окей, все, мы тогда все сделали, то, что нам нужно было. И миссия пройдена, друзья, замечательно. Magnum opus, consecrated corpus of the angel combustion. Your guise is now that of the jack. Complete, radiant, deadly. Так, нам нужен 8-цилиндровый двигатель. Так, а что нам теперь-то делать? Подождите, какова наша сейчас... Так, подождите, здесь что-то у нас открылось, смотрите-ка. Миссия. Следующая миссия пока недоступна. Поговорите с тем, кто выдает задание, чтобы узнать требования для доступа к миссии. Давайте посмотрим требования для доступа к этой миссии. Так... Получается, вот эта миссия, да. Чтобы завоевать доверие, очистить лагерь на территорию брюхореза 0 из 1. То есть, так. А, ну понятно, все, тогда это изи, ребята. Сейчас быстренько выполним это задание. Это буквально тут... Так, давайте... Так, сядем в нашу тачку и выйдем, получается, на пустошь. И быстренько очистим там этот... Да, это очень быстро, друзья, на самом деле. Это нам нужно найти просто буквально... Может быть, какой-то лагерь беженцев, то ли еще что-то. В общем, лагерь врагов нам нужно найти какой-нибудь и... Там, кстати, вон, вижу воздушный шар. Давайте съездим к нему. Разведаем, получается, новую территорию для нас, да? И тем самым мы сможем увидеть местоположение всех вражеских лагерей здесь, да? А, зачем нам лагерь, кстати, зачем? Вот, смотрите, что мы можем сделать. Мы... там стоит чучело. Мы можем просто, получается, с помощью гарпуна... Сейчас быстренько этот, получается, чучело оформим. Так, послушайте, а как нам...
Как? Ну давайте тогда вот так вот поедем. Так, и давайте сразу гарпун приготовили. И так, нацелились и стреляем. Отлично. Все, тянем. Чего? Чего? Подождите, почему? Что такое сейчас было? Так, окей. Сорвался трос, походу. Так, ну давайте еще раз. Так. Отлично, тяните. Отлично, давай. Все, уровень угрозы понижен. Территория брюхореза очищена от угрозы. Итак, теперь мы, кстати, по идее, можем приступить к выполнению этой миссии или нет? Подождите, стоп. Вот это уже странно. Я же ведь вроде смотрел то, что... А, стоп, подожди. Там два задания, что ли? Чтобы завоевать доверие, очистить лагерь... Очистили лагерь на территории брюхореза. А, где это? Так, а вот тут уже другое немножко. Так, вот тут уже... тут уже немного другое, да? А как нам это сделать? Подождите, нам нужно, получается, завоевать доверие его, да? Макс, нам нужно, получается, доказать свою крутость. Давайте тогда съездим, получается, сейчас до воздушного шара того. И с помощью него мы, получается, узнаем местоположение вражеских лагерей. Как я уже, в принципе, говорил это, да, друзья? Вот, поэтому давайте поднимемся как можно быстрее. Желательно это сделать. Так, как здесь подняться-то будет правильнее? Скорее всего, поехать вот так вот. Ну, тут, в принципе, два пути у нас как бы. Вот, поэтому неважно, по какому пути мы именно поедем. Главное, просто добраться до туда. Вот. Мы здесь проедем, надеюсь? Здесь проедем. Да, отлично, мы здесь пока проедем. Так, там снайпер. Ой-ой-ой-ой-ой, здесь что такое? Какая-то там вражеская территория, смотрите-ка. Чего-то там не то. Ёлки-палки, вы посмотрите, как отсюда выглядит вот эта база. Очень круто, ребята, серьезно, очень круто выглядит. Намного лучше, чем наша первая, получается, база. И намного лучше, чем наша вторая крепость. Итак, куда мы приехали? Погляди за машиной. Так, ладно, погнали тогда. Так, нам нужна канистра с бензином. Где мы ее сейчас можем здесь достать? Давайте посмотрим, осмотримся. Так, здесь у нас что? Взаимодействовать. Так. Бум-палка. Бум-палка — это взрывное устройство, которое можно бросать во врагов или вонзать в них в ближнем бою. Прицельный бросок и протыкание, да? Отлично, просто хедшот. Трехочковый, друзья, залетел. Так, кстати, вот даже давайте будем подбирать потихоньку лом. Кстати, вот вижу канистру с бензином, но нам бензин не нужен. Так, это, скорее всего, день рождения нашей дочки. Давайте посмотрим, что здесь написано. Мам, я знаю, что ты... Ты с нами не желаешь общаться, но малышка Брейн очень хочет познакомиться со своей бабушкой. С любовью, Дженнет и Скайлор. Нет, это я не знаю, это скорее всего отрывки памяти какого-либо человека. Вот, я, честно говоря, не знаю. Так, ну ладно, мы уже, кстати, почти подошли к воздушному шару. Так, где он здесь находится? Где? Стоп, где он? Наверное, где-то как-то здесь, да? Заправить генератор, серьезно? Вот, получается, для чего нам нужен бензин. Так... Нам нужно заправить генератор. А как нам это сделать? Нам... А мы разве можем залезать с бензином на крышу, что ли? Нам нужно заправить как-то генератор. Я помню то, что на входе стоял бензин. Канистра с бензином, я помню, стояла. Так, давайте ее возьмем. И... Кстати, будет очень круто, если... Так, удерживать, чтобы воспользоваться, да? О, да, серьезно, смотрите, друзья, я об этом не знал, то, что мы можем подниматься по лестнице с канистры бензина. Это очень здорово. Так, давайте теперь заправим. Давайте возьмем F, чтобы заправить, получается, этот генератор, с помощью которого... Который контролирует, получается, сам вот этот воздушный шар, да? Так, а теперь давайте воспользуемся воздушным шариком. Так, он спустится или нет? Подождите. Он собирается спускаться или нет? Так, давайте удержим, чтобы взаимодействовать. Так, и... Вот, все, вижу, что спускается. Вижу, да. Потихонечку спускается. Сейчас мы поднимемся. Буквально это нас не так, я думаю, много времени займет. Так, как здесь залезать-то? Так, жмите R, чтобы... А, все, вижу, так. Все, давайте поднимаемся на самую высокую высоту, которая нам доступна здесь. И посмотрим, что же окружает вообще вокруг нас. Я вон вижу снайпера, который, кстати, скорее всего, будет сейчас стрелять по нам. Но не факт, друзья, надеюсь, здесь не будет. О, я вижу, кстати, очень довольно-таки много вражеских территорий находится на, получается, в этом регионе. Да, открытый регион. Паленая луна. Блин, красиво очень, очень красиво. Так, старый корабль. Под завязку набит оружие. Так, это, получается, наша крепость. Непрочный пугало, вижу, так, да. Прочный. Так, прочный пугало.
Так, это у нас что здесь? Это какая-то... Так, прочная пуговка. Опа-на, перевалочный пункт, сложность 3. Так, ну я не знаю, друзья. Мы, в принципе, могли бы отправиться туда. Я потому что вижу, что там что-то такое прям особенное находится. Так, тут у нас еще пугало, снайпер. Снайпер прям на нас, как будто такое ощущение смотрит, да? Так, ну ладно, давайте уберем бинокль тогда, да? И... Так, смотрите-ка. Давайте тогда... Так, уберем бинокль. Давай, убираю его. И спускаемся. Все, потихонечку сейчас будем спускаться, и нам до сих пор почему-то недоступно это задание. В принципе, нам получается, что нужно. Нам нужно уменьшить уровень угрозы в этом регионе, да? Я так понял, то, что нам нужно заняться сейчас именно этим. Ну ладно, друзья, давайте тогда сейчас спустимся и... Так, покидаем шар. Вот здесь мы спустимся с помощью вот этого каната. Так, тихо. Отлично, спускаемся вот так. Какой-то странный сейчас звук был, согласитесь, да? Не слышали, не? Не знаю, не заметили, друзья, не заметили, но сейчас был довольно странный звук. Итак, давайте еще раз почитаем условия этого задания. Очистить лагерь на территории Брюхореза. Но где здесь находятся эти лагеря, я понятия не имею. Топливный перевалочный пункт. Вот еще такой же топливный перевалочный пункт. Давайте до него доберемся и попробуем тогда, получается, его зачистить. И не знаю, получится ли у нас после такого заиметь как бы какое-то определенное уважение у Брюхореза. Вот, посмотрим. Кстати, прикольно, трамплинчик мне понравился. Так, ну снайпер мы как бы просто пройти мимо, да. Не будем отвлекаться на него, тем более он вроде... Нет, заметил все-таки собака. Так, и... Ой-ой-ой-ой, я что-то здесь как-то очень много трамплинов, смотри, заметьте. Вот в прошлом регионе, по-моему, такого не было. В прошлом регионе, по-моему, их что-то было поменьше. Ну ладно, возможно, я просто не так часто обращал на них внимание. И мы, кстати, уже въезжаем, получается. Так, давайте сразу приготовим крюк, получается, потому что нам нужно сразу... Так, отлично. Тянем. Замечательно. Все, сломали, получается, вышку за снайпером. Ё-моё, а чё ж тут вас тут так много-то, а? Так, давайте, получается, скинем снайпера просто вот таким вот образом оттуда. Отлично. Так, и вижу еще одного. Так, тут нужна снайперская винтовка. Так. Блин, быстрее. Так, давайте. Хедшот. Так, и мы можем взорвать? Отлично. Так, есть еще кто-нибудь там? Так, тут, по-моему, больше ничего. По-моему, давайте еще вот этого снимем, да? Вот, по-моему, вот он, да? А, патронов больше нет, так. Ладно, все, давайте за руль садимся, и нам нужно сломать ворота. Так, стоп, нет, ты наоборот садись за руль, чувак. Макс, давай, садись за руль и погнали. Лагерь поднят по тревоге. Блин, это очень даже не кстати нам. Так, прочные ворота, да? Тихо! Блин! Херово. Давайте срочно нужно подниматься на крышу. Точнее, наверх. Ёлки-палки-то, а. Как мы вообще-то купали, я не понимаю. Не, ну теперь я точно знаю, что если мы сейчас разгонимся, то мы сломаем эти ворота и просто, получается, прорвемся через них. Нас приветствует отряд бойцов. Естественно, нас встречают с цветами, с оркестром, как мы и просили, как мы и заказывали. А теперь с нетрухой просто... Ё-моё! Чё-то, мне кажется, я как-то... немножко перебрал силы, точнее скорости. Так, здравствуйте. Так, выходим срочно из тачки. Ой, так. Вы тут, значит, да? А я тут. А я спустился, что, не ожидал, да? Не ожидал этого, да? Чё-то такой слабый, чувак, чё-то такой слабый. Отдышка, да? Спортом не занимаешься, что ли, да? Так, все, давайте садимся быстрее. Так, нужно действовать, нужно как-то действовать. А, мы зря сюда, кстати, залезали. Так, давайте будем бежать сюда. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Блин, так, ну тут, конечно, будет супер трудно, друзья. Ё-моё, друзья, охренеть. Чё вообще здесь происходит? Блин, я горю. Ай-яй-яй. Блин. Ты чё? Ну давай. Блин, у меня очень мало хп. Ёлки-палки, какой здесь уровень сложности? Так, пей водички быстрее. Ай, быстрее, блин, не попил воды. Быстрее пей воды. Блин, я не успеваю. Все, ребята, это ГБЛ. Охренеть, просто жесть. Какой же уровень сложности здесь вообще нахуй? Я реально в шоке, друзья. Пустошь не так уж и пуста. Ну, конечно же, блин. Охренеть. Было сейчас очень трудно, я согласен.
Я согласен, что было очень трудно. Блин, может, мы все-таки подумаем, может, не стоит нам как бы нападать на это, как бы, смотрите, мы уже... Я не знаю. Я не знаю, так, ворота у нас, получается, открыты, но сам факт... Так, а что... А, вот что нас стреляет, да? Ну все, тогда тяните машину, давайте это... Стоп, я промахнулся, блин, какого фига мы промахнулись? Быстрее, гарпун, восстанавливайся. Отлично, все, защитные рубежи уничтожены. Замечательно. Отлично, все, теперь, получается, не будет такого огня, как мне кажется, или будет? Нет, по-моему, все, больше такого нет. Здесь больше такого нет, замечательно, все, теперь можно... Так, нападаем, друзья, нападаем. О, давайте сначала с ним разберемся. Ой, ну сейчас жестко мы ему влепили такую. Плюху. Так, тихо. Мы, кстати, можем сейчас быстренько взять канистру, быстренько ее поджечь. Давайте так и сделаем. Блин, так. Ай! Блин, нет, не сможем. Нет, к сожалению, мы так сделать не сможем. Блин, что ж делать? Давайте подберем. Нам нужно подобрать канистру. Нам нужно сделать... Блин. Как вы меня задеваете так-то, а? Блин. Это очень трудно, друзья. Это реально очень трудно. Так, ну давайте вот последняя попытка. В общем, если сейчас не получится у нас, кстати, я, честно говоря, уже не помню, какой раз мы умираем за все прохождение нашей игры. Но, по-моему, это то ли третий, то ли четвертый раз. И довольно трудно, друзья, проходить вот такие вот моменты. Потому что, ну, вы сами видите, то, что это не самая легкая, как бы, локация такая, можно сказать. Может, не самый легкий лагерь, вот. Можно так сказать, в принципе. Так, кстати, у нас вроде были патроны для дробовика, да? Для нашей двухстволки. Этот парень. Опа-на! Вы устранили горло у нас замечательно. Так, тем самым, кстати, я вроде даже ранил, как мне кажется. Тихо. А вот, а тут... Блин. Как же вас много? Вы серьезно? Почему вас так много? Блин. Да уйди ты... Уйди ты от меня, уйди, отстань, вот просто отстань. Ну чё ты пристал ко мне, Блин, Где же наша ярость? Отлично. Давай. Блин, у нас очень мало хп. Давай, добивай. Давай, нужен. Блин, так... Еле уклонились. Так, давай, ну ты последний, давай, чувак, ну ты должен, ты... Давай, ну же. Так, давай. Вот, ну как серьезно, как тебя пробить-то вообще? Блин, еле уклонились сейчас. Отлично. Блин, ну мы нанесли ему только один удар, понимаете? Там дальше был огонь, и я не хотел просто рисковать и бежать туда. Ну, отлично. Ну серьезно, да как тебя обмануть-то? Так ты со всех сторон не пробиваешься, ты... А вот! Отлично! На, паскуда, на! О боже, это было просто невероятно хардково, друзья. Так, давайте быстренько пополним наше здоровье. Водичка, да? Так, водичка, горилка. Так, что дальше, что делаем дальше? Ё-моё, офигеть, какое у него крутое оружие было. Давайте взорвем, получается, все эти цистерны, да? Поджигаем их. И... Ё-моё, быстрее убегай! Так, бегаем. Ё-моё, по-моему, мы что-то сейчас взорвали. Да, мы взорвали какие-то цистерны, и давайте... Так, вот тут надо, скорее всего, нам, получается, закрутить вот этот клапан, да? И... Так, что у нас здесь есть? Нет, так, это слишком... Это для меня это слишком. Там мы могли подойти и поесть пару личинок, короче, но для меня это слишком. Так, что у нас здесь еще есть? Давайте выломаем вот эту дверь, да? Хорошо, что не нужно ничего сейчас подрывать, потому что лишнее время наше потрачено. Но, как мне кажется, после такого мы точно должны заслужить это доверие. Так, доверие должны мы точно заслужить. Так, давайте подберем лом. Там, кстати, есть вода. Давайте наполним нашу флягу водой. Так. Быстренько сейчас все это сделаем и... Блин, мало воды в этом источнике, очень мало. Ну а нам хотя бы что-то есть у нас. Так, теперь куда? Теперь-то какова наша задача? А, нам нужно взорвать, получается, вот эти все цистерны, да, я как понял. Так, ну окей, и как нам это сделать? Так, давайте подберем единицу лома. Так, плюс один лом, отлично.
Так, что у нас здесь есть? Что у нас здесь есть? Так, куда мы вообще поднимаемся? Куда мы вообще сейчас поднимаемся? Кстати, вот, нашел я, получается, канистр с бензином. Нам нужно сейчас, получается, взорвать с помощью нее что-нибудь-то здесь. Нам нужно обязательно взорвать. Что-то, походу... Я понял. Мы немножко не туда пошли. Так, как нам спуститься-то? А вот, я вижу лестницу тогда. Так, не, ну, конечно, то, что мы можем, умеем спускаться, короче, с канистра, это, конечно, круто. Вот, это большие возможности... Так, что-то здесь, по-моему, находится. Где-то вот здесь вот что-то валяется такое, да? По-моему, что-то там валялось. Вот, по-моему, что-то здесь. Или вот, подождите. Вот что-то вроде вот тут. Да, вот, вижу, канистра получается вот такая, да? По-моему, что-то здесь нам и нужно сделать, да? Или нет? Да. Смотрите, поджигаем, получается, да? И выкидываем это все. И быстренько просто линяем отсюда, потому что сейчас будет бабах. Все, отлично. Так, серьезно? Какая наша сейчас задание? Что нам нужно сделать? Что нам нужно сейчас сделать? Я не понимаю. Давайте посмотрим, что у нас здесь находится. Потому что я реально что-то... понятненько. Здравствуйте. Ёлки-палки, а у вас не многовато ли здесь, а? Немного ли у вас оружия? Вы что, охренели? Вы не охренели? Чё у вас так много-то? Слышите, вы что на одного-то... Блин, сейчас было очень больно. Так, тихо. Замечательно. О, у нас есть оружие. Блин, ёлки, ты чё? Вася, ты чё? Серьезно, да? Серьезно. Давайте продолжить нажмем. Мне интересно, с какого момента мы теперь будем продолжать. Как мне кажется, это должно было, в принципе, сохраниться. То есть мы продолжим с того самого момента, где мы сдохли. Но это прям вообще что-то самое... Вот пока это, как мне кажется, самая трудная миссия, с которыми мы когда-нибудь сталкивались в этой игре. Так, по-моему, здесь где-то было валялось оружие. Скорее всего, мы его можем подобрать. Блин, или нет, здесь, к сожалению, нет уже оружия. Ну ладно, тогда давайте отправимся без него. Вода у нас, в принципе, есть. Ее, правда, немножко, но... Все равно хоть что-то есть. Давайте сразу подбежим сюда. И тут валялось раньше оружие. Но тут же было раньше оружие. Что нам делать, я не знаю. О, они друг друга только что атаковали. Так, хорошо. Так, требуется гвоздодер. Блин, у нас его, кстати, нет. Нужно будет его как-нибудь приобрести. Ну давай, счеты. Давай. Нападайте. Отлично, давай. Все, нам нужна ярость. Нам нужна срочно эффект ярости. Тихо, там не это, не кипишу, чувачок. Там не ори. Так, давай. Отлично, парируем удары. Нам нужна ярость, нам... Ё-моё, это что такое только что было? Заточка, блин. Серьезно, ты что такой жесткий-то? Нужно срочно попить водички. Так, вот, кстати, валяется какое-то оружие. Так, давайте срочно попьем водички. Так, нам нужно бежать, Так, давайте быстренько пьем водички, блин. Так, ну слава богу, то, что они хотя бы дают нам такую возможность, как бы, сделать это. Давайте их сюда заманим, как бы, да. И... Так, ну давай. И, блин, он меня еще ударил. Ну давай. Давайте, будем по одному сейчас вот так вот принимать, по-быстрому. Давай, вот, главное самое вот этого добить и... Подбираем оружие. Отлично, все. Друзья, у нас теперь есть ярость, и там осталось буквально справиться с небольшим... Давай! Да серьезно! Серьезно, ты че не дерешься-то? Давай! Ё-моё! Не, ну после такого-то удара это... Как такое вообще возможно-то выжить-то, а? Так, давайте подберем оружие. Чтоб был довольно равный бой. Ну давай, ну че ты, засал, да? Я так и знал, что ты засал. Давай, ну чё ты, на что ты способен? Покажи, на что ты способен. Давай, чё ты, зажали в углу и всё, это на всё, что ты способен. Ну давай, чё ты. Всё, ну тут нельзя просто отпускать, тут надо просто добивать, друзья. Тут просто нужно добивать. Давай, всё, нокаут отправили, просто только что нокаут его. Так, теперь нужно справиться с... Я забыл, как тебя зовут. Я уже реально забыл. Так, чё у нас здесь есть? Ё-моё, как много канистр-то у нас с бензином. Может тогда просто от меня отпустишь? А, фигушки тебе, чувак, фигушки. Скажи пока. Так, замечательно. Смотрите, теперь вы устранили Горлона, да? Нам нужно уничтожить вот эти цистерны, получается, да? Так, ну давайте будем уничтожать их потихоньку. Как много здесь цистерн? Вы серьезно? Так, быстрее выкидывай и убегай! Ты чё? Ты что, быстрее убегай? Так, где-то здесь еще стояли, получается, цистерны, да, как я понял. Где-то здесь, но где именно? А, вот они, да, все, вижу.
Вижу. Так, давайте это сейчас быстренько все уничтожим. Так. Быстренько уходим, уходим быстрее. Так. Все, убегаем. Так, ну... Ой-ой-ой, сейчас будет жесткий взрыв, прям такой жесткий взрыв. Мы еще, кстати, здесь что-то не взорвали, по-моему. Мы что-то здесь еще попустили, как мне кажется. Так, нам нужно, получается... О, давайте, кстати, подберем трофеи с них, да? Подоб три лома, замечательно. Я как раз мечтал только об этом. Где-то мы здесь что-то еще не взорвали. Вот, по-моему, что-то мы здесь, вот, по-моему, вот это, да? Так, ну ладно, нам тогда нужна канистра с бензином, получается, да? Так, нет, стоп. Смотрите-ка, здесь что-то было. А, то есть мы вот так вот можем забирать трофеи, я так понял, да? Ну ладно. Так, друзья, нам нужно срочно проходить это задание. Нам нужно срочно приступать уже к выполнению следующих миссий. Так, здесь у нас что? Так, давайте, нам получать... Ну, подбирай канистру, чувак, давай. Ну, давай. Что-то он не хочет ее подбирать. Вот это он подбирает, а вон ту он что-то не хотел. Так, где-то здесь находятся, получается, еще какие-то канистры. Но вот только где, я, ребят, реально не понимаю. Так, ну давайте сбегаем туда по-быстренькому. Мы сейчас постараемся сделать это как можно быстрее. Где-то здесь, получается, да? Где-то здесь. Окей, так, ну в прошлый раз мы здесь уже устраивали взрыв, получается, именно вот на этом месте, да? И взрыва как бы особо такого прям большого не было. Так, то есть где-то здесь мы еще не уничтожили эти цистерны. Блин, а где же находится-то? Вот показывается, что вот где-то здесь, да? Ну вот что-то как-то я не вижу, что здесь что-то находилось такое. Так, ну ладно, давайте тогда отнесем эту цистерну дальше. Так, что у нас здесь вообще есть? Вон какие-то, вижу, бочки находятся вон там наверху, но не факт, что мы их можем взорвать. Вот, поэтому все происходит как-то так. Так, ладно, давайте отправимся. Вон, я вижу еще какие-то, получается, бочки там, да? Их, скорее всего, тоже нужно взорвать. А, вон, вижу. Так. Так, ну сейчас мы, получается, здесь со всем этим быстренько должны справиться, по идее, да? Ой, тихо. Что-то я сейчас не то сделал. Так, давайте поджигаем и... Быстрее отбегай! Быстрее. А мне интересно, блин, а вторая не взорвалась. Блин, а вторая не взорвалась, к сожалению. Так, ну ладно, ладно. Окей, так, все понятно с вами. Теперь нужно использовать еще, получается... А как? Она не поднимается. Прикиньте, она не под... И что делать теперь? И что теперь делать, если она не поднимается? Может, где-то здесь есть еще бензин? Может быть, где-то здесь есть еще бензин, а? Не знаете, друзья? Если здесь где-то еще бензин? Ну, потому что... А как? Подождите, а как мы вообще справимся, если... Чего? А как нам подобрать это? Ну, давай, поднимайся. Не хочет подниматься, прикиньте, не хочет. Это что такое? Я тут не понял. Ну, бред какой-то. Ну, ладно, так... Может быть, где-то здесь есть канистра с бензином. Может быть, где-то мы ее здесь упустили или... А, то есть мы... А, все, замечательно. Можем вот так вот сломать это. То есть нам не нужна здесь канистра. Отлично. Так, осталось, получается, нам, друзья, завершить, получается, с последней канистрой бензина. Точнее, не с канистрой бензина, а бочками какими-то с горючим, которые мы должны просто взорвать. Но я не понимаю, про какие бочки здесь идет речь. Так, давайте подберем лом. Так, что же у нас здесь есть еще? Что же... Так, давайте... Мы, блин, мы просто обязаны завершить уже это. Мы просто обязаны выполнить это задание. Может, наверх как-то подняться здесь надо? Может быть, здесь как-то нужно подняться наверх? Ой, боже. Так. Кстати, мы вот там, по-моему, не были. Мы, по-моему, не были вот... Вот, замечательно. Есть у нас еще одна, получается, канистра с бензином, да? Но сам факт того, что я не знаю, где ее использовать, но... Ага, вот где, да, то есть вот где нам нужно это использовать, да. Ну все, получается, поджигаем. Выкидывай быстрее, убегай, чего ж ты так долго-то? Ну давай, взрыву, пожалуйста. Отлично, все. Наконец-таки, друзья, мы прошли это задание. И надеюсь, теперь Грачиное гнездо уничтожить цистерну. Отлично, друзья, мы выполнили это задание. Теперь, как мне кажется, мы должны были повлиять. Точнее, вот эта миссия, выполненная нами, она теперь должна была повлиять. Да, теперь смотрите, мы, получается, не зря, получается, мы проходили эту миссию. Теперь мы можем пройти вот эту миссию. Крепкий орешек, она вроде как-то так называется, друзья. Ну, а на этом моменте, я думаю, нужно прощаться с вами, друзья, потому что серия, мне кажется, и так затянулась. Поэтому всем спасибо за просмотр, всем спасибо, кто досмотрел этот ролик до конца. Надеюсь, вам понравилось. Не забывайте оставлять свои отзывы по этой игре. Не забывайте делиться этим роликом с своими друзьями. Также, друзья, подписывайтесь на канал, ставим лайки. С вами был Кофи. Всем пока-пока.